произведение искусства. Достала рулет с духовки, с фольги. Внизу была влага, водичка. Я аккуратно достала. Хорошо держится рулет, немного остыл. Переложила форму. Катя мне нашла вот такую форму. Пожалуйста, подождите, подождите. Она еще не пробовала. Вот она попробует, она скажет. И, Катя, попробуешь, он такой будет вкусный. Но сейчас рулет, конечно, должен остыть. Остынет, и я даже положу его в холодильничек. Но он очень хорошо держит форму. Можно даже резать горячим. Но я хочу холодный. Ожидаем. Интересный результат. Понравится ли? Перед тем, как отправлять рулет в духовку, я донышко фольги хорошо обсыпала паприкой сладкой. Если кому-то нравится копченая, на здоровье. И боковушечки вверх тоже хорошо обсыпала тоже сладкой паприкой. Ну, красивше, так красивше, правда? Аппетитней. Вот так выглядит моя еда. Много-много салатика. Ну, 300 грамм точно есть, может быть, даже больше, за счет огурчика, помидор, лук, зелень. Ну, огурец и помидор – это влага. Это не та клетчатка. Ну, ничего. Ничего, все будет хорошо. Сочный салатик. И, пожалуйста, белок. Животный белок. Вот в таком исполнении. Куриное мясо. Куриное бедрышко и куриная грудка. Сливки. В принципе, жирность здесь есть. Ну, все, мои хорошие. Сколько съем мяса? Ну, район 200 грамм. 200 грамм. 100 грамм куриной грудки – это 20 грамм белка. 200 грамм мяса куриного – это 40 грамм белка. Моя дневная норма – 80 и больше грамм белка. Я подвижная, я все отрабатываю. Но 200 грамм я точно, наверное, съем. Не больше, нет. Мои хорошие, кто со мной? Всем вкусного, сытного, здорового похудения. Всем доброе утро. Всем физкульт-привет. Я вышла из дома, и вот сейчас у нас столько время. 5:55. Молодец, Танечка. Сейчас не жарко. Позже. Спека не можлива. Вот. Холмик подбегаю. Бодрячок, Танечка, бодрячок. У нас такая улочка здесь хорошенькая. В принципе, не проезжая часть. Свежо так хорошо, позже невозможно. Ну хорошо, сейчас побыстрее здесь пройду и немножко по ходу с вами пообщаюсь. Яркие флажки. Так все красиво, ярко, люди. Если поднять вот камеру, там верхние балконы такие яркие, такие красивые. Там такие цветы, свисающие просто. Ну настолько ярко. С утра хорошо, ярко. Это тоже бодрит. Красный цвет, как меня кофейная чашечка бодрит, да? Балкончики. Кажется, низ просматриваются. Балконы открыты, люди. Столы, скатерти, стулья. А вот липа, смотрите. Вот это дерево, это липа. Пышная, красивая липка. Липа цветет. Я иду по мосту. Петушки поют. Так здорово. Слышно, да? Вот вам показываю. Обратите внимание направо. Значит, здесь балконы открытые. Мне неудобно снимать близко, увеличивать кадр. Нельзя это делать. На балконе стоит стол, стулья. Люди всегда сидят, пьют чаи. Едят фрукты, едят вообще. Снизу тоже там деревья фруктовые. Это как бы такой частный сектор. Вот балкончик открыт полностью. Здесь всегда сидит барышня или мужчина. Кухня всегда у них открыта, дверь на кухню открыта. Люди тоже занимаются. Ой, красиво, как вот окна в пол, столики. Ну, красиво. Никто не закрывается.
Красиво. Мне это нравится. Как я хочу. Мечта. Мечта идиота. Окна в пол. Мечта идиота. Вот, смотрите. Все балконы открыты. Все. Заборов пятиэтажных нету. Нету. Вот мы проходим с вами. Вот, пожалуйста, все открыто. Все прозрачно. Все прозрачно. Красивая арочка с розочками. Смотрите. Забора пятиэтажного нету. Вот, все просматривается, балконы просматриваются. Мои хорошие, да? Приятно. Калитка вообще открыта. Детская площадка. Здесь школьная площадка. Здесь недалеко школа. Спортивный стадиончик здесь. И парк уже все. Я пришла. Сколько я шла? Ну вот, будем считать 10 минут. Ну, еще немножко тормозила, доставала телефон. Какая-то съемочка у меня направо-налево. Ну что, мои хорошие, будем двигаться. Будем заряжать себя на целый день. Собачки ходят. Такой мемориал в память о погибших людях при землетрясении. Вот фамилии, имена пишутся. Здесь было очень большое землетрясение, очень большое. Я уже об этом рассказывала. Так, рыбаки есть. Молодцы, рыбаки есть. Ну что, мои хорошие, я, наверное, не буду отвлекаться сейчас. Пообщаемся позже, когда я буду у начала конца уже здесь. Потому что сегодня немножко хочу догнаться. Днем невозможно передвигаться. Ой, у Тани одна рифма, люди. Днем невозможно передвигаться. Так, ну что, мои хорошие, все, набираю темп. Ходьба быстрая сейчас, такая спортивная у меня, спортивная ходьба. Стараюсь правильно дышать, не забывая на 4 вдох, на 3 выдох, бутейка. Так, ну хотя бы частично так проходить. Не все время, нет, тоже забывается, иду по-разному. Петушки поют, ну приятно, правда? Море и петушки, да, классно? Таня думала, что Таня геройка, да, первая. Сейчас вам буду частично показывать. Отвлекаюсь, конечно, на это. У меня тогда... меньше интенсивность. Вот женщины вышли ходить. Они просто ходят. Смотрите. Они в своих нарядах, допустим, да. Но они ходят, бутылочка, водички. И они ходят. Я сегодня раньше вышла, раньше встала. Я всегда в это время встаю. Денис еще не вставал на работу. Значит, Денис встает в 6 часов. Я должна до 6 выйти. Я не должна бегать. Ой, мне нужна ванна. Ой, мне нужна расческа, я забыла взять. Ой, мне нужно сейчас надушиться. Зачем это нужно? Делать нервы кому-то с утра, да? Мама, у вас богато. Я себе тихонько встала, быстро. 6 секунд. И Таня вышла. И Таню не видно и не слышно. Денис встанет, никто ему не мешает. Выйдет человек на работу. Все. И подумает, ну и Таня, Таня огонь. Уже легкий летний парфюм в коридорчике на первом этаже. Таня огонь, тапочки Танины стоят. Ничего себе, Таня. Да? Ну да. Катя, он что-то говорит, Катя за YouTube ему рассказывает, да? Говорит, да вот она устает тоже, отвлекается, вот то-то, то-то. Он говорит, а что ей? Долму крутить лучше? Это такие маленькие голубцы, как пальчики. Говорит, а что, долму крутить лучше? Молодец. Все, мои хорошие. Видим цель, не видим препятствий. Погнали. Если что-то будет интересное, я вам покажу. Красиво идет девочка, красиво. 6:20. Красиво идет. Быстро идет. Молодец. Девочка стала сзади. У нас просто с ней соревнование. Ну так большой театр
не устраиваю. Идет за мной. Ну, интересно, интересно. Находим жертву. И как соревнование у нас. Да? Кто-то быстрее, кто-то медленнее, где-то быстрее пройдете. Это хорошо, хорошо. Интенсивность только нас спасет. Они просто мне писали. Хорошо хотя бы ходить. Ходить – это нагуливать аппетит. Ходить. Ходить этого мало. Должен быть легкий стресс от физической нагрузки. Этот стресс должен быть не длительный на 3 дня, а кратковременный, на несколько минут. Легкий стресс от физической нагрузки. А если вы просто ходите, вы стресс получаете? Нет. Вы дышите, гуляете, нагуливаете аппетит. Ага. Так, все, прячу сейчас телефон. Ну, сейчас обойдет меня. Я немножко заборылась. Да, девчата? Ну, ладно. Супер, супер. Супер. О, девочка. Супер. Пропускаем. Хотела вам показать ее. Супер. Вот идет рядом со мной. Ну, хороший темп. Пошла на соседнюю дорожку. Вот так нужно ходить. А, не просто ходить. Темп должен быть. Вспотела я уже. Все. Значит, гормоны анаболические выделились. Значит, результат будет. Не только похудение, метаболизм. Это форма тела. Форма тела. Там спрашивали о... Руки подняты. Для чего это? Ну, я вот... Остановлюсь, с вами пообщаюсь немножко. Все, прячу телефон. Это не работа. Нас обгоняют, так не должно быть. Все, работаем. Мои хорошие, я хочу напомнить, кто со мной давно, эту историю знает. Значит, я была здесь зимой, в холодное время. Поздняя осень, зима, точно не помню. Ну, короче, я потеряла свои очки в этом парке. Очки. Где они у меня вылетели? Как я положила их в карман. Но я не достаю здесь очки на асфальте, где-то на травке. Проходит 4 дня приблизительно. И у меня такая мысль, или кто-то мне подсказал, спросил охранника. И вот на протяженности 3,5 километра 4 вот такие деревянные будочки. Мы сейчас одну из них проходим. Вот. И что вы думаете? Я подхожу конкретно на этот пост. Мужчина внутри. Понятно, мне нужно объясниться. Я потеряла очки. Я снимаю очки. У меня на голове были от солнца очки. Я снимаю, показываю очки. Он заходит в этот домик и дает мне мои очки. Вы представляете, это кто-то нашел на травке где-то в этом парке мои очки и принес на пункт. Очки принесли, не швырнули ножкой подальше. Да! Они тебе надо, те очки. Плохая энергетика. Не бери в руки. Принес на пункт кто-то. 4 дня прошло. И я так радовалась. Люди, мои очки нашлись. А тут невозможно купить, как у нас. Даже самые дешевые. Здесь такое не купите. На раскладочках, как у нас. Ну вот. Такая история с хорошим концом. Как и куртка, да? Мои хорошие, ну а сейчас я поближе с вами поздороваюсь. Всем физкульт-привет! Пообщаемся немножко, да? Хорошие истории. Хочется вспоминать и хочется об этих историях рассказывать всем, правда? Не важно, в какой стране вы, правда? Не важно, где. Дома или в чужой стране. У меня тоже есть такие истории, которые бы я хотела забыть, допустим, да? Но так устроен наш мозг, что мы будем помнить. От памяти нам никуда не деться, как от того, что завтра предстоит. Вот когда мы с вами съели, допустим, испорченную колбаску, мы возьмем 2 пальчика, да, и вот так сделаем. И почистим себе желудок, и нам станет сразу легче. А вот здесь в мозге нашем все откладывается, и мы все помним. Поэтому нужно уходить,
от идиотов, как говорит Татьяна Черниговская, не слушать, что говорят. Ну, плохая история тоже запоминается, да. Какие-то нюансы, хотелось бы лучшее, да. Вот, допустим, я еду от людей 30 минут от Киева. 30 минут от Киева. Я забыла у людей часы. Я понимаю в дороге, что у меня нету часов на руке. Все. Я не могу без часов. Вот это время смотреть на телефончики. Нет, мне нужны часы. У меня хороший циферблат. Цифры хорошо видно. Я сразу звоню этому человеку, говорю, я забыла часы у тебя. А мне человек говорит, не переживай, следующая маршрутка, я тебе передам эти часы. Жди на вокзале, через час следующая маршрутка. Хорошо. Но меня предупредили. Такса 100 гривен. Размер билета. И за то, что мне водитель передал часы, я должна отдать 100 гривен. Ну, я так и сделала, конечно, поблагодарила человека. Ну, спасибо. Но есть такса. Потом, что еще хотела сказать? Да, рассказать. Вот был комментарий, вы, наверное, читали видео о куртке, да, и пишет Галечка. Галочка, я так понимаю, киевлянка, она живет в Германии, она не беженка, нет, она очень давно живет в Германии. И вот она по каким-то делам, она приезжала в Киев, ехала киевским перевозчиком, приехала уже в Германию, выйдя с автобуса, ровно через 5 минут, там так и пишется, через 5 минут, она понимает, что она на верхней полке забыла новую дорогую кофточку, на верхней полочке, как я куртку забыла, да, она забыла свою кофточку. Ровно через 5 минут она звонит перевозчику, водителю, и говорит, я у вас в автобусе забыла кофточку. Ответ водителя, мы убрали автобус, все выброшено. Представляете, какая скорость уборки автобуса? Все выброшено. Ехала еще такой же комплекции жена водителя. Вот Галя рассказывает. Есть комментарии, можете почитать. То есть осадок какой будет у человека? Через 5 минут убрали, все. Водитель даже не подержал эту вещь, подумавши, возможно, кто-то начнет искать и обратиться ко мне. Телефоны же перевозчика у каждого пассажира есть? Нет. Все выбросили, автобус убрали через 5 минут. И такая история есть. Хочется забыть ее, но мозг наш все равно все помнит. Ну, мои хорошие, приятно вспоминать истории с хорошим концом и рассказывать о них. Поэтому, мои хорошие, кто будет ехать в автобусе, вспоминайте мои наставления, истории, которые описывают, рассказывают люди, да, не забывайте свои вещи, не забывайте. Вспоминайте, что у меня сумка должна быть, или кофточка, или куртка. Вспоминайте. Вы все взяли? Вспоминайте Таню из Ютуба. Все, ничего не забыли? Ну все, мои хорошие, погнали дальше. Я подошла к турничкам. Сейчас найду для себя турничок, позанимаюсь и с вами пообщаюсь. Мои хорошие, был комментарий совсем недавно. И вот сейчас только хочу ответить человеку. Ну, написать мало, отписаться, да? Я хочу показать, да? Такой комментарий. Вы идете с поднятыми руками. Для чего это? Для чего? Вот я поднимаю руки вверх и говорю, я иду быстро, в быстром темпе. Темп, интенсивность у меня даже не снижается. Я иду, и у меня вертикально поднятые руки. Нужно стараться вертикально поднимать руки. Не как рога оленя, а вертикально. И пошла, пошла, пошла. Чтобы похудеть, мало лежать на коврике, крутить велосипедик или качать пресс. Чтобы похудеть, конкретно часть живота, живот я имею в виду, для живота также должны работать все крупные мышцы тела. Все крупные мышцы. Мышцы спины, мы с вами идем, поднимаем руки. Вот здесь работают? Работают. Мышцы плеча работают? Работают. Все переживают. А у меня некрасиво под рукой. Работайте, работайте, а не бля-бля-бля крылышками, да? А то так, дряхлели десятилетия, дряхлели десятилетия, а хотят привести свои крылышки, да, буквально за месяц. Я уже месяц делаю это упражнение, ничего не берет меня. Год, два, три, время должно пройти, а как это? Ничего не будет. И у меня
даже я занимаюсь каждый день, уже нету того, что бы я хотела, правда, нету, но все равно лучше, чем бы я вообще не занималась, да? Лучше я иду, мало того, что вот работают здесь мышцы, напрягаются, то есть эта часть будет более-менее нормально смотреться, и потом, когда мы поднимаем руки, еще начинают входить в работу мышцы живота, крупные мышцы живота, вот подтяжка идет, вы идете. Мышцы живота еще больше напрягаются. Вы представляете, вы идете, работают мышцы попы, да? Вы идете, работает крупная мышца, средняя, вернее, средняя мышца попы, ягодицы. Вы легко будете стоять в элементе на одной ножке, вот. Легко, о, Таня ласточку уже делает, ля-ля-ля. Легко, я не держу за опору, ой, сейчас я буду болтаться. Двигаться нужно, движение должно быть. Поэтому поднимаю руки для того, чтобы у меня плечевые суставы вот эти были крепенькие, чтобы мышцы вот здесь были крепенькие, для того я так иду, чтобы мышцы живота вот хорошо подтягивались, мышцы спины хорошо подтягиваются, вот эти фляки, у меня этих фляков нету, у меня вот так никто не возьмет на спине, знаете, вот так колбаса такая, у меня этого нету, поэтому еще раз, дряхлели десятилетиями. Хотим все сразу. Не королевна, а королевишна, да? Так не бывает. Это постоянство и работа такая длительная. Постоянство и постоянство. Вот хочу сделать акцент на постоянстве. Не просто. Я тоже хожу. Я тоже двигаюсь. 2-3 раза в неделю. Этого мало. Каждый день. Постоянство – это каждый день. Вот если каждый день вы будете себя заставлять работать, будет результат. И вы даже, возможно, раньше его увидите, этот результат. Каждый день. Я смотрю на свой живот, мне кажется, у меня даже кубик есть. Размечталась Таня, да? Поэтому занимайтесь в постоянстве. Да, потом еще написали люди. Я вот показываю ходящих людей, люди ходят, да? И человек пишет, ну это хорошо, ходить тоже хорошо. Как ходить? Как ходить хорошо? Да? Шаркать ногами? Вы должны так промчаться, и вас не догонят. Вот так нужно ходить. Вы хотите оздоравливаться? Потому что со мной много людей, которые не худеют. Да, им интересно, оздоравливаться хотите? Резерв здоровья – это быстрая ходьба. В элементе проезжают 30 часов. Мне говорят, как вы после ночного переезда так выглядите, нормально, у меня же резерв, я ж подготовленный физический человек. А если бы я была фляка вот такая, 124 килограмма, да, как у меня был вес, 124 килограмма, и если бы я их не сбросила, вы вообще представляете, что было? Было не 124, было бы 154, и я бы была просто даже не медуза, непонятно, что бы я была. Представляете, если бы я не занималась? И сейчас то же самое. Идет девочка, я ее могу легко обойти быстренько. Легко, без задышечки. Легко. Это мой резерв. Это резерв. Не только метаболизм, обмен веществ. Резерв здоровья. Понятно, да? Ну все, я немножко вам рассказала. Мои хорошие, занимайтесь и занимайтесь в постоянстве. Здесь очень много ходит людей. Я их вижу. Вот сейчас идут, но они просто ходят. Мне так не интересно, это не мое. Поэтому у них такие фигуры. Они ходят, а формы тела ихние. Вы обратили внимание или нет? Сейчас посмотрим. Полив, свежо, хорошо. Только занимайся, да? Только занимайся. Не ищите причинки. Находите все возможности. Меня видно, мою тень видно, но хочу вам показать, как быстро ходят люди. Смотрите. Ну, конечно,
Сейчас обойду. Но это только для вас я показываю. Сейчас мне направо, я иду в магазинчик Гюнайден. Шла быстро. Быстро ходят. Если вы ходите заниматься, то быстро идти, быстро. Люди быстро шли. Я применила еще усилия, чтобы догнать, перегнать. Ходить просто очень мало. Медленная ходьба приравнивается к лежанию на диванчике. Все. Не радуйте себя, если вы просто погуляли. Нагуляли аппетит. У меня покупочка айран очень вкусный. Вот хочу вам показать. Вот такое дерево красивое. Вот такие цветочки, как, допустим, абажурчики, да? Вот такие красивые цветочки. Абажурчики просто.